всего я хотел бы сказать, что само мероприятие у нас называется как конкурс, отборочный этап конкурса «Умник фонда содействия предприятиям, малым форумам предприятиям в научно-технической сфере». Это вот такой федеральный большой фонд наш, государственный. Значит, отборочный этап сегодня проходит. Это первый конкурс, который проходит в Ступино, и это первый открывающий осенний сезон этап. То есть Ступино предоставлена очень большая честь открыть сезон осенних, скажем так, вот этих отборочных туров. За это мы, конечно же, от всей души благодарим представителя фонда Николая Валерьевича Хохлова, который вот так любезно согласился. Виктор Анатольевич, пожалуйста, вас мы ждем здесь, да, прям рядом с нами. Вы прям вовремя, хотел сказать о присутствующих. Значит, хотел перед тем, как мы будем говорить непосредственно о самом мероприятии, я бы хотел, конечно же, представить наших уважаемых членов жюри, наших уважаемых экспертов. Вот. И потом потихоньку я расскажу немножко о самом регламенте, как все у нас будет происходить. И мы потихоньку уже непосредственно начнем сам наш конкурс. Итак, Андрей Евгеньевич Кузнецов, пожалуйста, прошу любить жаловать. Андрей Евгеньевич, кандидат экономических наук, преподаватель факультета экономики МГУ. Это один из экспертов экономического рынка. Валерий Рудольфович Хилтонин, пожалуйста, это наш академик Евразийской академии телевидения и радиовещания. Также является вице-президентом фонда «Достояние нации». Значит, у нас сегодня прилетел из Томска Николай Александрович к нам. Пожалуйста, приятный. Бадулин Николай Александрович, он гость в Сибири, из Томского университета. Значит, дальше у нас Костин Александрович Скворцов, сооснователь, руководитель общественной мастерской «Дар-труда», значит, знает, как что делается, как вообще все возникает, какие прототипы. Да, общественная мастерская, это необычная мастерская. Да. Значит, дальше у нас Руслан Михайлович Судин, бизнес-коуч, основатель и директор по развитию бизнес-акселятора «Старт.ум». Ну и Светлана Борисовна Белова, пожалуйста, кандидат технических наук, доцент Ступинского филиала МИТИ. Также к нам, с нами здесь присутствует Виктор Анатольевич Кударский, директор Ступинского техникума, благодаря которому, поддержке которого ребята очень хорошо развиваются. И две группы, которые у нас сегодня будут выступать, это как раз, можно сказать так, авангард, третий, четвертый курс техникума, это группа ЕС-2 и ЕС-3, тоже наших ребят, друзей поприветствовали. Значит, выступать конкурсанты будут сами, они, естественно, мы будем их представлять. Значит, это по, как говорится, ходу. Также я бы хотел, конечно же, поприветствовать у нас в Ступино представителя компании «Киви» Андрея Иванова, пожалуйста. Ну и сейчас я передаю слово Николаю Андреевичу. Значит, кратко по регламенту, у нас где-то до часу будут сами выступления, потом будет...